сорт томата «Темная королева». Вот такие вот интересные плоды в зеленую полосочку на розовом, красно-розовом фоне. Очень интересный. Это американский среднепоздний сорт. Куст мощный, до 1,5 метра. Формировать куст лучше в 1-2 стебля. Плоды плоскокруглой формы. Хорошо завязывает этот сорт плоды в стрессовых ситуациях. И жаростойкий, и засухоустойчивый. И плодоносит он до самых заморозков. Также этот сорт устойчив к основным томатным заболеваниям и не подвергается растрескиванию. В разрезе томат многокамерный, вишневого цвета мякоть. По вкусу он сладкий, даже можно сказать пряно-сладкий. Этот сорт можно употреблять как в салатах, так и для различных заготовок, для приготовления соусов, соков. Плодоносит этот сорт до заморозков. Выращивать можно как в открытом грунте, так и в теплицах, но предпочитает солнечные места произрастания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.